Доброе утро. Я уже проводила всех в школу, на улице солнышко, так классно. Сейчас хочу открыть форточку. У нас сейчас звуки природы по утрам. Это косилка, которая косит траву. Сегодня возле дома вроде нет, сегодня была возле школы. Я думаю, замечательно. Высох мой порог. Сейчас хочу его поставить, но потому что это невозможно. Собака мне стаскала, мне кажется, всю пену за ночь. Ти, моя красоточка, смотрите. Пришла моя сладкая девочка. Ты сладкая моя, девчонка. Вот, и я хочу закрыть, иначе пока я сейчас уйду на работу, она еще больше стаскает. Вот, во избежание этого я решила сейчас, ну, просто прикрыть. И нужно купить пену и установить уже его нормально. Вот такие дела. А сегодня иду расчесываться. И такая думаю, блин, наконец-то я завтра буду с прямыми волосами. Не вот это вот будет, а будут прямые волосы. Сейчас мне позвонили с аварийки. Мне должны сегодня прийти счетчики опломбировать. А я не слышала. Перезваниваю, уже не беру. Там у меня этот определитель есть. Показывает, что это они. Ну, там перезвонить, ничего страшного. Вот такие дела. Поставила греть чайник. У меня там гренки остались. Хочу пожарить сыр. Я покупала адыгейский. И вот хочу пожарить сыр. Моя красоточка. Красоточка. Ника, это вообще такая красотка. Мне так понравилось, как я ее подстригла. И очень идет, когда она вот такая вот короткостриженная. Но мне, по крайней мере, больше нравится. Ой, у меня опять аллергия. Это кошмар, непонятно на что и откуда вылезла у меня эта аллергия. Но вот, теперь мучаюсь. У меня на ладошках прям мучение. Хотела вам еще прикол рассказать такой. Короче, вчера была в строительном магазине. Что-то я толстый сыр нарезала, конечно. И такая, смотрю что-то, и мужик ко мне подходит там, продавец. И такой спрашивает у меня, вам что-то подсказать? У меня такая мысль смешная вообще в голове. Думаю, я 4 года проработала в строительном магазине. Сейчас описываю строительные товары. Думаю, что ты можешь мне о них рассказать, интересно, чего я не знаю. Там так это забавно. А еще вчера себя поймала на мысли, что вот, блин, сыр почему-то этот раз вообще очень не режется. Поймала себя на мысли, что мне очень нравится вот этим всем заниматься, вот это все красить, переделывать. Прям, я уже кухню придумала, как переделать. Все это, ну, единственное, финансы очень сильно останавливают, ну, а так мне прям очень нравится это переделывать. Так вот. Мне кажется, я бы даже вот могла заняться реставрацией мебели какой-нибудь, ну, такой, знаете, типа стульев, столов, вот что-то такое, мне кажется, это так прикольно. Ну, может, это так, конечно, обманчиво, но мне нравится этим заниматься. Я прям вчера красила, когда вот прям тупанула. Прям какое-то, не знаю, состояние такое, как будто ты прям чем-то прикольным занимаешься. Как хобби люди занимаются, и это прям кайф. Вот эти тоже там идут. Ладно, буду дожаривать свой сыр. Он что-то у меня попало, наломался. Сейчас я вам, кстати, покажу. Смотрите, я ложу просто на сливочное. Ой, на сливочное. Ну, короче, на любое масло. И поджариваю вот до такой корочки. И все. И кушать можно. Левой рукой мне не очень удобно переворачивать. Видите, он у меня как поломался сегодня. Вернулись мы домой. Здрасте. Вернулись мы домой. Нажала на кнопку, что это. Девчата мои сидят. Алена тут хочет что-то очень важное вам показать. Сейчас мы покажем. Заказала дочь какие-то карточки. Ждала их. Капец. Капец сколько. Давай, открывай. Они, не они. 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 По-любому они. Как будто игральные карты какие-то. Ну, выглядит коробочка. Нет. Коробочка просто выглядит так. А, сейчас одну покажем. О, это просто. Просто ничего там на ней нет. Так надо. Показывай. А это вот про эту белую, да, было? Нет, она да, не... Да, я одну хоть посмотреть.
Что, все одинаковые? Нет. Смотрите. Феликс. Это теперь... Это у нас Чанбин. Как эта группа Чанбин называется? Это Сынмин, Джисон, Хёджин, Минхо. Как называется группа? Stray Kids. Stray Kids. Это Алёнина теперь фанатка группы. Вот это мальчики, которые не очень похожи на мальчика. Она на меня каждый раз делала. Я забрала сейчас посылки свои. И знаете, такая забрала, и там должно было быть нижнее, ну, в смысле, там и было нижнее белье. Потом лосины варюшки, Алене кое-что, тоже из нижнего белья. И фотоэпилятор, который... Там специальная лампа стоит. Короче, в итоге. Я на них пипец как разозлилась. Вообще все споры пооткрывала. Очки разбитые. Ну, как так упаковывать? Вот, видно, да, что они... Блин, как показать? Короче, они разбитые. Самое главное и разбитые. Вот прям видно вот так стеколки, не знаю, видно вам, нет. Ну, в общем, они разбитые. Белье все не по размеру. Вообще там чашкой С написано, заявлено С чашка. Ей там даже не пахнет. Там даже там единичка, вот максимум. Я попросила еще дочь померить. Ну, прям единичка. Вот... Мне что-то так разозлило, думаю, блин, я месяц жду, потратила деньги, жду посылки эти. В итоге даже вместо белых плавок положили розовые. Думаю, да вы что, сегодня ошалели? Короче, на всех пооткрывала споры. Первый раз мне спор подтвердили за 2 секунды. Я просто отправила, его сразу же подтвердили на возврат денег. Думаю, ну вы... Я хотела белье, я не хотела возврат денег. Такая это... Смонтирую видео, выложу на 2-й канал. Постараюсь сегодня, если успею, но не факт. Ну и, в общем, я такая злая, такая злая. В общем, ждешь-ждешь, а тут раз и все не то. Зато наши тапки приехали уже до Толмачева в Новосибирске, так что на этой неделе они уже будут у нас. А у нас на улице жара 25 градусов, а нам сегодня на стадион. Кошка, блинная. Мусорила здесь. А нам сегодня на стадион идти. А вот будем опять жариться. Там даже ни одного облачка нет. Будем сидеть жариться. Давай. Давай, быстрей. Привет, мои любимые Катюшки. Ника такая из-под мышки вылезла красивенькая такая. Вкусноту я приготовила. Взяла просто рис, как обычно я делаю на сковороде. Поджарила, подсушила его на сухой сковородке. Накидала туда всяких овощей замороженных. Добавила водички. И вуаля! Вот такая красота. Без мяса, без ничего. Красивенько так прям. По-летнему все цвета. Пошли с Варварой на тренировку. Что-то там сегодня народу. Сегодня все спортсмены, строители. Все готовятся без ума. Варюшка, мы тоже подготовили, взяли водичку. Занимаешься. И я думаю, с тобой вот тут смотрите. Ура, 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 вернулись мы с тренировки. Это просто жесть. У нас сегодня на солнце градусов 32, а то и больше. Пекло, и мы на стадионе. 1,5 часа, бедные дети. Я уже сама сидела, там тенечка нет. Сижу, мне кажется, по мне вообще вода бежит. А они сели, их посадили туда, посередине стадиона. И они, бедолажки, сидели. Вот, мы с Варюшкой все закончили и забежали. И забежали в магазинчик так чуть-чуть купить всякую фигнюшечки. Взяла девчатам попить. Типа, ой, это вот пацан одну уронил. Типа колы, вот такая черри. Она, кстати, на кока-колу очень похожа, но намного дешевле. А я себе такой же взяла, только с лаймом. Решила тоже себе газировку побаловать. Я обычно это не делаю. Взяла хлеб, огурцы. Взяла макарошки. Опять взяла... Кукурузу мы ту съели, очень вкусная была кукуруза. Так, молочко. Вот такие штукенцы с кремом брюле.
это Варвара что-то решила. Ну, и мороженое мы еще в морозилку убрали. Ну, в общем, и все. Еще я забежала, купила ножки для стола. И сейчас буду ремонтировать стол. 4 штучки взяла. Еще мне, пока меня не было, мне привезли 2 полочки. Вот такие вот беленькие просто. Покажу, буду делать вам, покажу, что я придумала. Переделала я шкаф, вот, не считая вот этой полосы. Я не знаю, кстати, откуда вот, это, вот этот шов. А, ну шкаф неровно стоит. Да, знаю. Но шкаф я не могу выровнять, и мне надо вот эту ножку починить. Как-то. Она не чинится. Грязи повытаскивала, надо сейчас все убирать. В общем, была задумка в шкаф поставить микроволновку. Но задумка с треском провалилась, так как микроволновка не влазит, знаете, прям вот... Капелю вот столечко, чтобы не закрыть дверь. Но она прям так втискивается. Короче, она будет где-то жить в другом месте. Еще пока я не придумала, может туда ее поставить. Ну, шкаф вообще получился. Мне так кухня намного больше нравится. Надо его оттереть. Весь он что-то какой-то говененький стал. И у меня там такая теперь образовалась щель. Непонятная. У меня кухня вообще по уровню кухни, как видите, вообще соблюдали. Как могли. Сували туда... Тут все в посуду заставила, вытащила шкаф. Сували туда столешку, соответственно, тут вообще все... Вообще все не по уровню. Господи, о, как мне нравится. Сейчас попробую подкрутить ножки, но мне кажется, это нереально, потому что столешница запехнута так, что ничего не сдвинуть. Вот это бы выровнять. Мне нужно вот эту ножку поднимать, чтобы выровнять. А она, к сожалению, лопнула. Что-нибудь придумала. Так, доделала я, в общем, вторую полку пересверлила, сделала пониже, и теперь вот эта штука не мешается. Все, у меня теперь полноценных 3 полки. Вот эта узенькая и те пошире. И думаю, сейчас все должно разложиться обалденно. Все, мы собираемся ложиться спать. Я сделала, кстати, шкаф, я же вам не показала. Сейчас покажу. Я не показала, что я все туда составила. У меня прям практически все влезло. Я туда стаканы. Ну, знаете, так... чтобы все на месте было. И тут у меня не влезла терка, и тут у меня крупы всякие, запасы. Я хочу сюда с большого шкафа, у меня еще в большом шкафу есть, сюда все переложить. Здесь как-то попросторнее. И сюда сейчас хочу поискать маленький какой-нибудь шкафчик. Вообще планирую это все покрасить и ручки другие сделать. Ты шкафчик. Алена сидит за компьютером, почему-то не делает уроки. Он будет маленький красивый ребеночек. Маленький красивый ребеночек. А мы пошли спать и слушать сказку. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока.